Добрый день, уважаемые дорогие коллеги! Я Бранчевский Сергей Львович, генеральный директор глазной клиники Бранчевского. Мы приглашаем вас для участия в совместном проекте «Круглого стола», подготовленном вместе с компанией «Урсофарм» и порталом «Орган зрения». И этот совместный проект посвящен лечению синдрома сухого глаза. И не только синдром сухого глаза, будут затронуты многие другие очень важные и практические аспекты охраны зрения. Наш проект «Круглый стол» состоится 6 марта в 17 часов в городе Тольятти в ресторане «Редкая птица». Ждем вас и надеемся на совместную интересную плодотворную работу.